свою нахер. Толя, вот, блин, вот не ну надо мне вот так вот, вот так начинать мне мою рыбалку. Давай, да. Говна. Так, ну короче, мы с Толиком на баночке. Типа баночка называется, не знаю. Это типа паровой окунь. О, сразу хоп. И, ну короче, кайф неимоверный. Большого крупного особо нету, но тем не менее попадаются экземпляры. Это у тебя такие молочок, у меня нормальных. Не, ну у меня-то конечно, а вот у нормальных пацанов. У нормальных пацанов нормальные попадаются. Ага. Так, поехали. Кого берем? Берем. Тещу берем. Твои или мои? Слушай, моя в Одессе. Ой! Ай ты! Ай ты, ну, ну конечно, пока мелочь. Но мы будем ловиться ничего крупного. Козявки свои лови, я буду нормально. Козявки, конечно, мы ловить не будем. Че, поймал? Ага. Конечно, ты что мне? Смотри, что тут творится. Ага. Вот именно котел, да? Ай! Давай, давай, давай. Трава. А, трава? Это ты поймал. Давай. Ну. А! Ага. Да ну тоже небольшой, но тоже небольшой. А хочется большого. Ну. Толя на воблера. А я на вертушечку. И без разницы, по-моему. Да тихо, разбежались. Разбежались, да, ты думаешь? Ага. Ну. Ага. А у меня не клюет. Ну крупного не было. Твою мать. Чего? Прыгает, скачет. А я поставлю вертушечку немножко побольше. Ну хотя и на эту клюет. Надо бы немножко покрупнее, потому что мне не нравится. Толя, убери эту херню отсюда. Какой? Херня называется кончик твоего спиннинга. О! Ну ё, ну опять, блин, такая хрень мелкая, я не могу. Но мы же знаем, что есть большие. Ну просто, говорят, ну, не, ну мы сейчас, тащим. Не, ну мы сегодня-то поймаем, мы, это мы сегодня и снимем. Но пока вот такая хрень клюет. Это называется большой окуневый котел. Позорище. О, вот немножко побольше. Ай, ну да, когда побольше, сразу срывается. Гад. Ага. О! Во! Вот это уже интересно. Вот это уже даже трещит трещоточка. Сейчас посмотрим. Ну грамм, наверное, 130. За жопу. За жопу, да, конечно, 135 грамм. А я не могу. Блин, я так обрадовался, думал. Ой, ты такой хороший окунь. Ага. И упал. Ну так правильно, так что? Мелкий и упал. О, хороший заброс сезона. А почему вот здесь? Ай, блин. Чего, вокруг? Вот здесь вот. Еще так, а давай попробуем вокруг вообще. Может, большие там стоят? Может. Где-нибудь. Не, надо ставить вертушку побольше. Ну. Че, села? О! О! Вот это уже поинтереснее чуть-чуть. Ну, на 12 грамм больше. У меня хороший, прямо в сторону тащит. Хороший. Толя? Грамба, смотри. Хороший, хороший. Хороший, это 144 грамма. 250. 250. А где это? Блин. Ну, все равно попробую. Угу. Котел. Как японец работает? Не, работает нет. Хорошо, да, работает хорошо. Не спорю. Ну, косарь 200 за блесну, у меня жаба давит, конечно, платить. Че, села? Нет, там трава была. Идет, не играет, трава. Так, а у меня за 130 рублей лайки страйк под понтон. Ага. Но он, падла, плохо играет. Вернее, играет хорошо, но маленький. Сразу реакция такая. Ну, не говорю, что крупняк большой, но тем не менее грамм эдак. О!
Ну. Ой, 25, ёпта. Ну, на 125 больше. Но тем не менее. Ну, ловили же до этого говно, а теперь ловим чисто нормальный окушок. Такие были уже, даже больше. Ой, блин. Вот, вот твое больше, все. Смотри, опять бросаю не в котел, где мелочь, а рядом. И что будет? Ну. Это был единственный крупный окунь. Ну. Удар был, но мелочь. Видать. Не хотят. Не хотят. Толя, где? Где обещанная рыба? Тама. Тама. О, ну опять мелочь. Ну блин, вот в котле мелочь. В котле просто мелочь. Что у тебя? Что-то дербанило там. В котле говнище. Вот оно, говнище. Я таких даже не ловлю. Я таких, вообще я таких даже не ловлю. Я тоже таких даже не ловлю. Они сами клюют. Так кипеть-то не надо. Вот наоборот, лучше бы не кипело. Во. Все, хорошее? Вау. Ну вот окушок нормальный. Ну как? Ну я думал, и правда. Я уж тебя хотел снять. Не, хороший. Ну так. Ай. Специфически. Специфически. Так, сейчас. Ну давай. Вот туда. Рядом с котлом. А, так тут мелко везде, смотри. О, так тут все мелко. Только сейчас заметил. Нет, метр чуть больше. Если не меньше. Не-не, метр. Ага. Да ну, ой, я тоже, блядь, тоже. Ай, ладно, говнячок. Ну давай, ладно, в другую сторону вообще. Вот туда. Типа. Ну. А лебеди уплыли. Ну. Херни нам наговорили и уплыли. Сказали все, что они о нас думают, блядь. А мы тоже сказали все, что мы о них думаем. Так, а рядом, короче, окуня нету. Нету рядом окуня. И все-таки мой тезис о том, что... О, вот я говорю, мой тезис о том, что он стоит рядом, а не в котельчике. О, ну, 115 грамм. 116. Не, 117. Ой. Но учитывая, что целый день еще впереди, брать такое не хочется вообще. Потому что его будет настолько... Блин, ну я ему всю морду испортил, конечно. Ну извини, брат. Что там у тебя? Что это было? Ну, понтончик. Типа полуторка. Работает хорошо. Что, клюнуло? Я хочу проверить свой тезис, что клюет. Рядом с котлом. Покрупнее, но ни хера не получается. Давай, давай, давай. Никто не сел, никто не ударил. Нет, ему не нравится что-то. Ключик подобрать не можем. Хотя, скорее всего, здесь крупного и нету. Толя, есть, но может быть, он может подойти только днем, к примеру. О, ну это, ой, я не знаю, ну прямо даже вытягивать не хочется. Ай, я не могу. Ну оно мне надо. Ай. Давай. За бабушкой. О, там будет бабушка. Давай, поехали. Вот отсюда щуку вытащил. Там ребёнок кинул, говорит, это сама. Ты промазала. Я тут же кидай, блядь. Ага. Приезжай, блядь, и щуку взял. Толя любитель русского языка. Оба. Ай. Ай да говно было мелкое. Ой, конечно, а ты что думал? А ты что думал? А вот так вот. Это что было? Ага. Ну. О, хороший удар. Ну, такой. На 135 грамм. И все. Слушай, а если мы немножко подплывем вот... Ой, да. Ага. Кстати, они сейчас все под лодкой стоят. Сейчас можно взять зимнюю блесну и наковырять. Не хочу, у меня есть. Ну, это тоже, ну, немножко больше. На 12 грамм больше. Не, у меня хороший идет. О, а о, долбит, Толя аж долбит, ух говорит. Ты.
Ох ты, тут давай. На полкило почти. Да. Смотри, что делает-то. Да вижу. Давай. Ты говоришь, нет, смотри. А меня жаба давит. Сюда. Давай, гнида, поднимай, на. Ага. Давай, Толя, подсак, давай. Да не гони, подсак. Да доставай. Давай, подсак, да доставай ты его, блин. Да ну нахер, слушай. Ну позорище, давай, я тебе говорю. Ох ты, блин. Хороший. Да ладно, успокойся. Игорь, ну не да тихо, тихо. Давай. Давай, с губами слабо. Эть! На. Вот, на полкило, ёпта. Ну видишь, на. Я оторвался, Гарема, я оторвался, ты про что говоришь? Да ну нахер, это грамм 700. Ну не 700, но... Стопудово! Ну да. Сейчас я тебя сфоткаю, стой. Подожди, я закончу тут. Тут, тихо. Говоришь, нет. Тихо. Давай. Снимай еще, Павел. Стой, подожди. А, ну у меня, правда... Подсак не надо, а хотя... Ох, ну... Не надо. Не, подсак не надо, ну все равно приятный. Вот такое уже можно взять. Вот такое. Да. Вот такое уже нормально. Там больших нет. Да не, есть, большие есть, но видишь, вот они не хотят, суки. Пока вот мелкого всего не выловишь, большой не сядет. Слушай, ну это неинтересно. Мы же с тобой приплыли за большим окунем. А это что? Нет, ну он, знаешь, тут... 100, вот, ну смотри, ну куда, ну это, ну ладно, ну да, половим, типа, ну интересно, да, ну такое, ничего, для тёщи нормально, и для копчения тоже, кстати, неплохо. Ну да. Небольшой и не маленький. Ага, ну, хороший котельчик, конечно. Ну еще. Не, ну это мелочь. А ты говоришь, Гарема, поехали. Поехали. Ты, блядь, не да ну нахуй. Ну просто. А тебе, слушай, жизнь как сложилась, да? И на это самое озеро ты мне сам говоришь, поехали, блядь. Ну да, так получилось. Толя меня давно уговаривал. А я говорю, не поеду. Озеро говно, рыбы там нету. Тем не менее. Но. Это нету. Ну блин, ну мне хочется хорошего чего-нибудь. Ну, вот это я возьму, может быть. Вот это. Да ну ё-ё. Опять за бочину. Да ну ё. Давай. И в болото, да? Ага. Ай, блин, заброс сезона. Вот, сейчас будет большой. Слушай, ну интересно, вот почему рядом ничего нету? Такие места неплохие. О! Ну так-то ничего. Ну да, нормально. Слушай, ты смотри, воблерок. Я тоже попробую сейчас такой. Такого нет. А не надо такой, я просто сейчас поставлю. Я искал долгоупорно. Нет, Толя, ну... Ой, блин, Толя, копченый окунь весь... Нет. Развалился. Так все упало, блин. Сейчас я говорю, надо убирать. Да, конечно, ёпта. Сейчас. Прямо! Туда! Ну, блядь, полметра, блядь, дай бог, смотри. Давай. Вон, направо. Вон река. Давай. Ебать, я вот здесь был вчера. Вот. Да. Вон река. Давай. Трава, все, поднимаемся наверх. Давай. Ты пиздец, смотри, мелкая. Да нормально мы проходили. Давай, проходи. Все, вот мы. Вот, сейчас здесь ловить можно. Вот щука будет. Вот. Вон туда нам надо. Ох, нихуя, блядь. А я вот здесь был, блядь. Вот я вот здесь был в игре. Слышишь? Давай. Ебать, слышишь, я вот здесь был, блядь. Давай. Придурок кусок, блядь. Давай. Вот тут рыбалка сегодня будет капец. Давай. Так, пошли наверх. Толя, наверх. Все, наверх. Блядь, Игорь, я вот был, вот. Все, пошел. На.
что, нормальный телефон? Вот тут тебе будет рыбалка сегодня. Сучка. Ну. Хорошая? Да не. Ну, килограмм, наверное. Вот, смотри. Окунь! Окунь! Бля! Хамуха! Давай, давай. Ух ты, блин! Смотри, какой красавец. Толя, Толя, только не промажь, пожалуйста. Вау! Вот это да! Вот это да, мать его! Ай, красота какая, а! Вот за ним и приехали. Так я за ним приехал, Толя, а ты за ним не приехал. Смотри. Сейчас, подожди. Смотри. Еще? Еще? Класс. Слушай, какой... Это под килограмм уже. Да. Так вот такие, я ж тебе говорю, я про них тебе и рассказывал. Которые рясы не надавили. Да, эту самую штучку. Штучку. Вот ах, тебя, какая. Вот она, вот здесь. Ага. Так, подожди. Забери подсад, пожалуйста, если можно. Толя, я в шоке. Я думал, щука, твою мать. Ай, какой красавчик. Какая красота. Давай, брат. Потому что, с лошарой, блядь, ты собрался, блядь? Давай, 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 давай. Давай, 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 да. Мне кажется, щука. Щука. Ну, я, конечно, лучше было окунь, блядь. Ну ладно, давай. Ну уж подводи. Не хочет, ёпта. Да конечно. Давай, давай, давай. Все, дома. Дома! О, хорошая. Ну ничего, так, ну да. На. Слушай, ну полтора килограмма.